Когда девушки себя подкалывают, подрезают немножко, а может даже и мужчины. Пожалуй, я отрицательно отношусь. Пожалуй, я. Но я, увы, я устарела очень. Если это показано, как мы, врачи, говорим, то это, конечно, надо. Потому что человек должен сам по себе быть таким, как он есть, каким Боженька ему дал. А вот если бы у вас девушка захотела сделать такое, как бы вы к этому отнеслись? Ну, если у нее деньги есть, пусть делает. Скандальная, а возможно и сложная тема – пластическая хирургия. Сегодня у прохожих мы узнаем, за или против они такого вмешательства. А как вы относитесь к пластической хирургии? Ну и... Я так понимаю, если человек что-то хочет изменить в себя? Ну вот к девушкам, например, которые хотят немножко подрезать там себе лицо, подколоть его как-то. Как вы к этому относитесь? Да не знаю, это их решение, если хотят, пусть сделают. Ну это сложный вопрос, наверное, скорее всего, что его надо задавать больше женщинам, чем мужчинам. Вообще положительно, конечно. Положительно. У меня, конечно, пластическая, поменять те морщинки, убрать, конечно, положительно. Как вы относитесь к пластической хирургии? Ну, если кому-то это надо, то, конечно, это надо. Ну, а если у человека все свое в порядке, так зачем вмешательство? Когда девушки себя подкалывают, подрезают немножко, а может даже и мужчины. Если это показано, как мы, врачи, говорим, то это, конечно, надо. А если это, извините, от... Ничего делать. Великого ума, да, и нечего делать, то это, конечно, не надо. Особенно сейчас, когда смотришь на шоу, и эти губы, и эти носы. Не красиво. Ну, это абсолютное отсутствие вкуса. И не натурально, да? Конечно, ну что. Отрицательно. А чего? Потому что человек должен сам по себе быть таким, как он есть, каким Боженька ему дал. И человеку нужно, да, наверное, любить. И любить себя, и морщины, и все принимать свое. Даже морщины? Ну, а что? А почему богат, что, не лучше выглядят? Ну, нет, да. Ну, ложите на нас столько крема, как на них, так мы, может, еще лучше будем высматривать. Как вы относитесь к пластической хирургии? Плохо. Плохо? А почему? Потому что я за естественность, наверное. Да. Как вы относитесь к пластической хирургии? Когда девушки делают? Пожалуй, я отрицательно отношусь. Пожалуй, я. Но я, увы, я устарела очень. Поэтому мое мнение ни о чем. Ну уж, какой Господь создал, такой... Нужно себя любить. Да, такой надо себя любить. Иногда вот знаешь девочку в молодости, а вдруг встречаешь ее через 20 лет, думаешь, боже мой, откуда что взялась вот эта красота женская. Поэтому... А вот если бы у вас девушка захотела сделать такое, как бы вы к этому отнеслись? Ну, если у нее деньги есть, пусть делает. Ну, а так, ну... Я бы, ну, согласился. То есть вы не против? Ну, да. Ну, а то если у мужчины женщина и вся такая, ну, вот, прошла через этот путь пластической хирургии, вот вам бы было как-то, вам как бы вы к этому отнеслись? Ну, я думаю, что, естественно, скажем так, красота и внешность, данная сверху каждому нам Богом, наверное, это самое лучшее, то, что есть, придумало человечество. А все остальное, ну, это уже выбор каждого. Скажите, а хотели бы себе что-то изменить? Нет, спасибо. Никогда не было? Нет, 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 спасибо. А вот если бы вам предложили подколоть губы и чуть-чуть урезать носик, вы бы согласились? Нет. И сделать вот такую из себя немножко... просто с красивыми углами, там, носиком. Да нет, нужно себя любить такой, какая вы есть. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующее видео. Всем пока! Пластическая хирургия. За или против этого прохожая? Сегодня мы и узнаем.